прямота, не характерная для его предшественника, мне нравится. Но потому что он говорит, какие вопросы он поднимает, это катастрофа. Есть НАТО, Северный поток 2, мы против. Ну смешно. Из недопустимого это становится обсуждаемым. Нет ли там коррупционного влияния? Не звонил ли случайно кто-то из офиса президента и голосом Зеленского? На вашу думку, Володимир Зеленський є вбивцей української конституції? Я вітаю глядачів, слухачів та підписників Політека. Мій сьогоднішній співрозмовник – це політичний експерт Руслан Бортнік. Пане Руслане, радий вас бачити. Доброго дня. Пане Руслан, на початку розмови я пропоную обговорити, знаєте, такий новий стиль дипломатії Володимира Зеленського. Я нагадаю, що він звернувся з низкою питань до кандидатів на посаду канцлера Німеччини, зокрема щодо членства України в Європейському Союзі, і запитував щодо безпекових гарантій. Я пропоную послухати президента. Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, де сотні українців віддали своє життя за європейський вибір, минуло 7 років. Чи не втомилась Європа так довго ховатись від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків? Сьогодні до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. Водночас всі європейські лідери підтримують надання Україні належних безпекових гарантій. Але водночас Україна не є членом НАТО. Тож, якщо ми не в НАТО, про які самі безпекові гарантії йдеться? Ваша думка як майбутнього канцлера Німеччини? Чи зміцнює європейську безпеку? І чи сприяє єдності континенту підтримка проєкту «Північний потік-2»? Чи не вважаєте ви цей проєкт пасткою для України та усієї Європи? Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі і 1,5 мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, все це є достатніми причинами, аби не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС-Росія до відновлення територіальної цілісності України? Дякую за ваші чесні відповіді. Пане Руслане, при живій Ангелі Меркель звертатися до кандидатів на посаду канцлера – це не дипломатичний мовитон? Ну, во-первых, президент розмовляє на українському так, як я на русскому. У нас одинаковый акцент практически, только на двух разных языках, давайте начнем с этого. Во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, сейчас пытаемся разобраться в этой ситуации, потому что она непростая. По формату такого обращения мне, честно, нравится, что делает президент. Вот последнее время его критика западных партнеров, то есть жесткость, формат, такая прямота, не характерная для его предшественника, мне нравится. Но потому что он говорит, какие вопросы он поднимает, это катастрофа. То есть правильная позиция, то есть попытка играть независимую какую-то игру, самодостаточную игру, в том числе в диалоге с западными партнерами, абсолютно правильно. Ну, давайте разбираться, да. В чем тут и катастрофа. Да, а потому что, а о чем говорит президент? То есть президент, может быть, он говорит о вступлении в НАТО, в ЕС. Президент говорит о том, что мы против Северного потока 2. Президент говорит об отыгранных или ирреальных, нереальных темах. Президент не говорит о том, что давайте пересмотрим соглашение об ассоциации ЕС с ЕС в части зоны свободной торговли и лишим, снимем барьеры торговые, которые сегодня существуют, и квоты для украинской продукции. Президент не говорит о том, что давайте, ребята, все-таки восстановим либерализированный визовый режим. У нас без виз не работает 1,5 года. Президент не говорит о том, что, а, ребята, мы подготовили соглашение, договор о безопасности, взаимных гарантиях безопасности. Вот наш договор, вот наш вариант. Подпишите, вы не берете в нас НАТО. Президент не говорит американским партнерам, давайте опустите нас на свой рынок, мы будем у вас зарабатывать столько, что нам не будет необходимости ваши кредиты. А там хотите за нашей спиной с кем угодно договаривайтесь. Дайте нам зарабатывать достаточно, чтобы мы могли качественно финансировать свою армию. А мы вперлися рогом у ЦПДЧ. А что у нас президент говорит? Есть НАТО, Северный поток 2, мы против. Ну смешно. Ему весь мир говорит, ребята, игра отыграна, все. То есть ему посол Германии блестяще в Украине, кстати, госпожа блестяще сказала на прошлых выходных, дала интервью, кажется, «Зеркало недели», не помню, кому-то из этих изданий, она сказала, что немецкие солдаты уже были в Украине, и они уже больше сюда не хотят возвращаться. Но те, кто выжили,
в 1941-1944, уже сюда не хотят возвращаться. Для немецкого народа, а это ключевая страна НАТО после США, принять Украину в НАТО с возможностью отправки солдат снова на Восточный фронт, это вообще недопустимая реальность, нереальная реальность. Неужели этого не понимают в Киеве? И то же самое касается для венгерского солдата, то же самое касается для испанского солдата. Они сюда больше не придут, ну еще лет 50, пока память поколений совсем уж не стрется. О чем говорит наш президент? Ну, а ми навпаки їх закликаємо. До речі, президент уже, пане Руслане, отримав відповіді від кандидатів на посаду канцлера. Армін Лашет і Олаф Шольц, вони не вважають за можливе набуття Україною найближчим часом членства в ЄС та НАТО. Я не бачу можливості, каже пан Лашет, щоб 27 країн наразі були в змозі прийняти таку велику країну, як Україна. Теоретично так, але в реальності ні. Абсолютно, это все нашему президенту об этом говорят, поэтому я думаю, что он и сам это понимает. Вопрос открытый остается, для чего он это делает. Мне кажется, что Зеленский, с одной стороны, думает, что этим давлением своим, там, на Меркель, на Байдена, в части Северного потока 2 и все остальное, он подтолкнет их к какому-то компромиссу с Украиной. Они дадут ему хотя бы там гарантии безопасности, усилят его стабильность сегодня власти, ну что-то как-то поддержит Украину. Он пытается сформировать у них комплекс вины в отношении Украины. Ну, может быть, я усложняю, как бы, но я надеюсь, что президент где-то вот так думает, с одной стороны. С другой стороны, он просто снимает с себя ответственность. Он, Зеленский чудесно понимает, что Северный поток-2 заработает при Зеленском, а не при Порошенке. При Зеленском заработает. Чудесно понимает, что нормализация отношений между Западом и Россией, прагматизация, рационализация происходит при Зеленском, ему за это отвечать. Он чудесно понимает, что... Ну, после Женевы мы в этом переконаны. Ну, я думаю, что, вот если честно говорить, я думаю, что американо-российские отношения, российско-европейские, еще переживут многие циклы эскалаций. Нас впереди ожидает еще обострение. Но стратегически решение в отношении того, что режим в России изменить нельзя, ну, на период правления Путина, и с этим, с российской властью, российским государством, надо нормализировать, рационализировать, прагматизировать отношения, а не бороться в направлении его разрушения, уже принято. И тем более Китай тут сыграл, конечно, на руку России очень серьезно. Поэтому противостояние, эскалации, конфликты, жесткая дипломатическая риторика, все между Западом и Россией, это будущее наше. Будущее. Это специально для некоторых наших зрителей, которые иногда мне правят и не правы. Да. Но это уже не война на уничтожение. Это война в борьбе за зоны влияния. Это чуть другая игра сегодня. И вот Зеленский понимает, что вот эта конструкция, которая была построена в 2014 году, внешнеполитическая, она категорически влияет и на внутриполитическую ситуацию, рассыпается при нем. И вместо того, чтобы менять внешнюю политику Украины, адаптироваться к ситуации, адаптироваться к политической конъюнктуре, выдвигать свои предложения по всем направлениям, по миру, по Северному потоку-2, по торговле, по всем направлениям, генерировать Украиной свои идеи и предложения, мы вот занимаем вот такую позицию, пытаясь сформировать у западных партнеров комплекс вины. По сути, заезженная плативка такая. Да, это не то, что заезженная плативка. Мне кажется, что это вот... Очень примитивный такой, простой, детский, уличный подход. То, что работает, знаете, все... В стиле офиса простых вещей. Да, да, то, что работает в украинской политике или бизнесе, то есть оно не работает в международных отношениях, там просто горизонт дальше. То есть если, условно говоря, в политике даже... Ну, в украинской политике горизонт там, это месяц, два, полгода максимум. То есть там в европейской внутренней политике горизонт 3, 4, 5 лет, то в международной политике там горизонт 20, 30 лет между больших государств. И мы вот сегодня через вот 7 лет мы пришли к определенному излому старой стратегии, и мы в значительной мере виновны, что она сломалась. Если бы мы в 2016 году согласились бы на там, планы Нуланд в свое время Карасина, то есть мы сегодня бы в 2021 году имели бы реинтегрированный Донбасс, который постепенно привыкает жить по украинским законам и в украинском обществе. Завершенный конфликт на востоке Украины. Мы не имели бы, скорее всего, Северного потока-2.
То есть мы сохранили бы свои прибыли, и главное, что вовлеченность в мировые финансовые энергетические потоки. Мы имели бы совсем другого качества страну. Но вот мы сейчас платим за такую же примитивную позу прошлых лет, а Зеленский продлевает эту традицию, потому что не рискует, боится выскочить из этой колеи, боится, что его оппоненты используют вот это смену курса для своих целей, для организации протестов и дестабилизации. Ведь проблема наших президентов, вот, как показала практика, и Порошенко, особенно Януковича, не в том, что они справедливы, несправедливы, коррумпированы, некоррумпированы, умны или глупы. Проблема в том, страна не выдерживает, если резко меняется курс, если начинаются повороты влево, вправо, вот как только инерция в страны слишком большая, если ты ее накачиваешь, то инерцию, там, вступление ЕС, НАТО, а потом говоришь, а мы тут нас не берут, а мы тут будем строить, третью страну, там, третий вариант, независимый курс, как бы, то, к сожалению, заносит на поворотах, и тогда наступает разрушение. Ну, Азаров и Янукович декларували, що ми йдемо в Європейський Союз, будемо підписувати угоду про асоціацію, а потім відмовилися, вообще, а далі Азаров, ну, Азаров в меньшей мере, но Янукович и его офис президента сделали для евроинтеграции больше, нежели все остальные президенты вместо активизации. И я говорю о практических вещах, о подписанных документах, о пройденной дороге к подписанию ассоциации с Европейским Союзом, они сделали больше всего. И какую практичную користь мы отримали? Ну, мы все сегодня это констатируем. Просто к чему? Что наша политика, она тяжело переносит повороты, и на наше общество. И такое впечатление, что Зеленский поэтому и боится этих поворотов и продолжает эту риторику, которая, по его мнению, наверное, должна гарантировать ему стабильность. Которая, по его мнению, должна быть маркером такой лояльности и формировать для западных партнеров, и формировать у них иногда комплекс вины. Но он забыл, что западные партнеры с третьими странами, у них огромный исторический опыт общения с третьими странами. Африки, Азии, Восточной Европы. И у них этот комплекс не формируется. Пане Руслане, вот если это попытка, вы знаете, поиграть в каких-то выборах в немецких или французских на стороне оппонентов Меркель или на стороне оппонентов Макрона, она не сыграет. Там Зеленский, президент Украины, коррумпированной, очень токсичной страны, такого себе вечного политического Афганистана, который легко захватить, никак невозможно трансформировать, преобразовать что-то нормальное, он не особо авторитет будет для этих обществ. Тут виникає питання, на що може розраховувати Володимир Зеленський під час зустрічі з Ангелою Меркель фейс-ту-фейс, якщо він уже фактично розпочав комунікацію з її наступниками? І він не то, що він підтримує контркампанію проти політики Меркель. Сьогодні Зеленський виступає проти політики Меркель. Це очевидно. Ну, наверное, в офісі президента вважають, що Меркель – це хромая утка, і з нею можна, її не можна не учитувати. Ее уже позицию. Хотя, ну, насколько мне известно, между Меркель и американской администрацией существует баланс, договоренность, консенсус в отношении все же избрания и назначения Лашета. И эта игра может дорого президенту стоить. Ну, кроме того, это такое детское снять с себя ответственность. Вот вы в чем-то виноваты, валите все на кого-то. Хотя вы виноваты в этом. Ну, лучше защита нападения. Да, да. Вот такой подход мы сегодня наблюдаем со стороны президента. Кульгаван качка, как вы высловились, Ангела Меркель. На вашу думку, чему она так наполягает на запрошение Володимира Путина на саммит лидеров Европейского Союза? Ну, этой хромой утки, на самом деле, этой бабушки Европы, еще будут памятники ставить в этом Европейском Союзе. Вот вы увидите, это действительно гениальный политик. Вот нам всем в нее бы поучиться, в этого политика. Почему? Потому что Германия попала в какой-то мере в просак в отношении политики с Россией. Ее разыграли США в этой части. Ну, просто обыграли. С одной стороны, США требовало что у Европы? Более жесткой политики в отношении России? А потом Байден организовал первый встречу саммит с Путиным. Для того, чтобы этой встречей с саммитом с Путиным торговаться с Европой и с Китаем. Дипломатия. Nothing personal, just a business. И вот и Европа в этой ситуации осознала, та же самая Германия и Франция, что не имея коммуникации с Россией, они снижают свой международный дипломатический вес, они снижают поле для диалога, они отдают еще и российский инструмент в руку американских партнеров. Причем имея эту проблему на своих границах, в США за океаном далеко. Единственный способ влиять на Россию – контролировать Россию, прогнозировать Россию,
действий России, в конце концов, это общаться с Россией. Напрямую общаться с Россией, поддерживать высокий уровень политического диалога. Иначе ты не будешь понимать, что происходит в России и как тебе это вылезет боком. Боль – это один аспект, стратегический. Потому Европа поняла, что она проигрывает всем геополитическим центрам, отказываясь от общения с Россией под давлением США. Ведь то, что делают страны Балтии или там Польша, это же американская политика внутри Европейского Союза. То есть и то, что делает Британия, это тоже интересно, кстати. Как она, США постепенно уползают с Украины, по чуть-чуть. Очень токсичная Украина стала. А Британия пытается занять ту нишу западных стран в Украине. Тоже это отдельная история, когда-то обязательно поговорим. Про британский интерес мы будем с вами говорить. Так, и это один аспект. И второй аспект, мне кажется, что наступило разочарование, общее разочарование возможностью смены российской политики. И возможностью разрешения ситуации по Украине, по Сирии, по Ливии, другим зонам конкуренции между Россией и странами Европейского Союза. Там Франция сидит где-то, ну, если мы имеем Ливию и Сирию, говорим, по Украине понятна ситуация, нам она ближе. И вот все это европейских политиков создало стойкое понимание бесперспективности продолжения старого курса. И даже такая огромная инерционная машина, как европейская политика, пытается уже адаптироваться к конъюнктуре. То есть уже слепому и глухому видно и слышно, что необходимо что меняться. Ситуация меняется, конъюнктура, кроме Офиса президента Украины. Ну, вони грають за старим якимось сценарієм. Пане Руслане, я хотів би, щоб ми все ж таки заакцентували увагу також і на внутрішніх таких новинах, які стосуються насамперед України. 28 червня на урочистому засіданні Верховної Ради народні депутати другого скликання, учасники ухвалення Конституції Віктор Шишкін та Степан Хмара встали під час виступу президента у футболках з написом «Зе вбивця Конституції». Пане Руслане, на вашу думку, Володимир Зеленський є вбивцею української Конституції? Ну, Конституцию нельзя убить. Ральф Эмерсон, кажется, пускай простят наши зрители, когда-то сказал, что нации гибнут только от самоубийств. То есть нация может погибнуть только от самоубийства. То же самое мы можем, то же самое касается нашей Конституции. Мы все ее в той или иной мере разрушаем. Конечно, при нынешней власти объем этого разрушения достиг невиданных высот и широт. Потому что сначала заблокировать Конституционный суд, а потом начать клепать законы, которые, по моему мнению, нарушают Конституцию, по мнению большинства адекватных юристов, кроме тех, которые связаны с властью, нарушают Конституцию, законы, подзаконные нормативно-правовые акты. Конечно, это говорит о том, что мы сегодня находимся на этапе убийства, убивания Конституции. Вот и, но дело в том, что мы не знаем, каким будет следующий президент. И я думаю, что феноменально от Конституции никто не откажется. Она всегда будет существовать. Просто сегодня мы живем уже без Конституции. А завтра, может быть, мы будем жить вопреки Конституции. Але ж фактично у нас склалася така практика, що всі фактично президенти, які жили за Конституцією, ну вони, м'яко кажучи, витирали об неї ноги. Ну давайте згадаємо Віктора Януковича. Да, Вадим, я з вами соглашусь і не соглашусь. Тобто, давайте вспомнимо, як відкатили конституційну реформу при Януковичі. Тоді було рішення Конституційного суду. Сейчас полностью уничтоженный Конституционный суд заблокирован. Он 7 месяцев не принял ни одного решения. Он вроде бы там что-то собирается кофе попить, но решения не способен никакие принимать. И штампуются законы, 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 которые противоречат Конституции. Конституцию некому защитить сегодня, некому привести в соответствие с Конституцией нормы законов. А попытка Конституционного суда привести часть законов в соответствие с нормами Конституции привела к его конфликту с Офисом президента. Ведь что бы ни говорили в Офисе, но только Конституционный суд Украины имеет право сказать, что закон о земле, или незаконном обогащении, или о языке, конституционен или нет. Офис президента... Питання до строкових президентських виборів, які начебто продовжують розглядатися в офісі президента, також має розглянути. Да. Офис президента при этом должен просто закрыть рот и принять эту позицию. Он не имеет права даже комментировать это, по большому счету. А не воевать с Конституционным судом, отстранять главу Конституционного суда, не пускать на работу. Представьте себе, что где-нибудь какой-нибудь, я не буду говорить Германии, Франции, какой-нибудь Польши или Венгрии, вот взяли, разгромили Конституционный суд, не пускают главу Конституционного суда на работу, заблокировали его деятельность, потом закрыли 4 оппозиционных телеканала,
потом ввели санкции в отношении своих же граждан, которые находятся на их территории. Ну, всупереч закону Украины про санкции. Вопреки всему законодательству Украины. Как бы это оценивалось? Ну, как а потом это... президент выходит и питает у кандидатов на посаду канцлера, чему мы еще не в Европейском Союзе, а у Байдена запитывает, чему мы еще не в НАТО. Вот когда Зеленский говорит о Конституции, Конституция в гробу переворачивается. Но дальше может быть хуже. Мы тоже должны понимать. Но гирше это что? Ну, я же сказал, вопреки Конституции. Сейчас мы живем без нее. Сейчас мы живем по указам президента, который имплементирует решение СНБУ, по законам, подзаконным нормативно-правовым актам, которые только частично выполняются, только в той части, которая выгодна власти. А завтра мы можем жить вопреки абсолютно Конституции. Ну, прямо вопреки. И да, сейчас, наверное, многие наши зрители скажут мне, да, посмотрите, что там по языку, по земле вы приняли, там, ну, все, по религии приняли. Но, ребята, это в основном приняли, но оно еще не реализовывается. Оно зависло где-то в серой зоне, многие из этих решений. Или реализовывается, но частично. Или это попытка деформировать конституционные нормы. Но мы можем, может быть написано все абсолютно наоборот. Прикольно это разговор, мне понравился разговор о Конституции Пилипа Орлика. То есть вот когда вот очередной, ну нафига это президенту несут в уши? А он бы сел бы раз и прочитал бы, это небольшой документ, это Конституция Пилипа Орлика. Ну прочитал бы, ему бы стало бы стыдно. Вот, наверное, с хотя этим таким... на странице Википедии для прочитания. Да, для, хотя бы для Википедии. Посмотрел бы, что это вассальное от Швеции государство. Посмотрел бы, сколько там ксенофобии и глупостей в этом документе. Вспомнил бы, что этот документ, он интересен с точки зрения науки, безусловно, но он так и не был реализован, этот документ. Вспомнил бы контекст этого документа, как Орлику приходилось после Мазепи договариваться со старшиной. Все это вспомнил бы. Але ж президент подякував шведським нашим партнерам за те, що три копії, якщо мені пам'ять не зраджує, сказав президент, вони надійдуть в Україну і будуть представлені громадськості. В Швеції нет. Ну, наскільки мені говорили наші дослідники, в Швеції нет оригіналу. То есть в Швеции находится латинская копия. Ну, там про копии такое, что и да, да. На латинском языке. Оригинал этого документа находится где-то в московских архивах. Где-то в московских архивах. Мне кажется, это тоже может быть зрада. Здесь я не гарантирую, но мне один из ученых рассказывал это. То есть, как бы, давайте потом вместе все проверим, подискутируем в наших в комментах под видео. Обов'язково подискутуємо. Пане Руслане, зізнайтеся, ви часом не фанат творчості Філіпа Киркорова? Та вроде нет. Я просто хотів би, щоб ми пояснили всю цю історію навколо цього співака, народного артиста України, тому що 23 червня Мінкульт після звернення СБУ включив Киркорова до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. А вже 27 червня СБУ передумали і звернулися до Міністерства культури з листом, яким відкликали попередні. Тобто Киркоров кілька днів загрожував національній безпеці України. На вашу думку, що от відбувається у нас? Включаємо ми певних осіб, кажемо, що вони загрожують національній безпеці. Проходить кілька днів, кажемо, що вони вже начебто і не загрожують національній безпеці. Ну, з одної сторони, це ілі глупость, ілі корупція. Ну, ви схиляєтесь до якої з версій? Не знаю. Но то, что, вот, если посмотреть в таком сухом остатке, то, что Филипп Киркоров принимал участие, снимался в продуктах 95-го квартала, так. То есть все это знают. После того на него накладывают санкции, потом снимают санкции. Конечно, в любой нормальной стране это сразу предмет должен быть для расследования коррупционной составляющей. Если власть связана, имеет бизнес, 95-й квартал, и мы видим такую непоследовательность действий, ну это очевидный факт. То есть надо расследовать коррупцию. Нет ли там коррупционного влияния? Не звонил ли случайно кто-то из офиса президента и голосом Зеленского? Ну, подейкують, зокрема, про це пишуть в телеграм-каналах, що є певний от конфлікт на тлі шоу-бізнесу, так? Ну, возможно. И голосом Зеленского не требовал человека, похожего на Баканова, снять... Ну, все это надо расследовать. С другой стороны, если смотреть... на этот вопрос, это говорит о том, что все эти санкции абсолютно в ручном режиме. То есть они оформляются, назначаются и снимаются в ручном режиме. Что сегодня необходимо ставить жестко вопрос о необходимости создания правовой платформы для того, чтобы санкционные ограничения, в том числе в отношении иностранных граждан, вводились только институциями. То есть как бы, институциями по определенному четкому алгоритму. То есть без этого алгоритма все это превращается в коррупцию или в глупость. Пан Руслан, але погодьтеся, що такими рішеннями фактично, ну, своїми ж руками створюємо псевдоінформаційний продукт для Росії 24, для Скабєєва. Ми просто підриваємо довір'я ко всім цим санкціям. Ми просто підриваємо довір'я. Тепер ці санкції не схожі на інструмент державної політики. Вони більше схожі на відстоювання інтересів частних інтересів, правда ж?
Ну, кроме того, что вы говорили, что сюжеты Киркорова победил Украину, да, там все такое, как бы для, на России 24. Мы просто подрываем доверие. Всі тепер будуть смотрети на всі слідчі санкції. Ну, воно просто має якийсь ну, карикатурний вигляд. Да, ну, не до лугу української мови, якщо говорити. Подриваємо довір'я к этому, а рішення приймаються органами государственної власті. Подриваємо довір'я к государству, розрушаємо государство. Якщо вже ввели санкції, то вони вже повинні, ці санкції були введені. То йдіть до кінця, пане Руслане. Йдіть до кінця. Але перед тим, як вводити, знаєте, перед тим, як раз відріжати, 7 разів відмірте. Кожну фігуру посмотрите внимательно. То есть, что это за фигура? Действительно, она заслуживает ли эти санкции? Введение ли этих санкций по этой фигуре соответствует ли нашим национальным интересам? Может быть, даже эта личность посещала Крым, но является там, ну, або підтримував окупацію. Но этот человек, не знаю, является оппозиционером России или, например, имеет большие инвестиции в Украине. Создает здесь рабочие места. Пане Руслане, ну, в контексте Філіпа Киркорова просто саме формулювання «загрожує національній безпеці України». Ну, якщо народний артист, який виходить там в пір'ях, він загрожує національній безпеці, то чого дійсно вартує наша національна безпека? Ну, це ви упрощаєте, Вадим, здесь я вам не соглашусь. Смотрите, даже если это чудо в перьях, или другое чудо в перьях, как вы говорите, оно вот такое визуально, оно не опасное выглядит, но оно системно нарушает украинский закон. То есть там посещает Крым вне украинской территории. Это будет для других людей примером возможности допустимости такого поведения. Їх треба розбиратися. А може бути, він посещав ту А скажіть мені, будь ласка, у нас в Крим приїздили там депутати з Китаю, так? Було ж таке? Там багато хто приїжджав. А ми їх називали персонами, які загрожують національній безпеці? Ні, ми будемо боятися, тому що нас вакцину заб'ють. Це вже подвійні стандарти. Пам'ятаєте цю історію останніх днів, коли ми назвали підпись під антикитайськими документами? Ще одна така ганебна історія, так. Пане Руслане, ще про Білорусь кілька слів скажемо. Мені, зокрема, мої колеги-режисери повідомляють, що Григорій Азарьонок, це білоруський журналіст, він виступив з відеозверненням, сказав, що антилюд йдуть на нас, тобто на білорусів. Давайте послухаємо, подивимось. Подлость, не знающая границ, хамство, жадность, лукавство и злоба. Запад полностью уничтожил в себе все человеческое. Антилюди идут на нас. Цивилизация рабов и варваров, они ненавидят нас, свободных людей. И это экзистенциальное противостояние. Они не успокоятся, пока с холодной улыбкой не перережут нам горло. Запад — это сумасшедший маньяк с ядерным оружием. Пане Руслане, я згадав Дмитра Кисельова и его радиоактивный пепел. Как бы такая журналистика? Кажут, что дно можно пробить. Не, почему решили, что это дно? Там постоянно будут стучаться снизу еще. Ну, с одной стороны, конечно, оно нами с вами воспринимается как очень саркастично, да? Так, ну, с иронией, с таким сарказмом. Да, с другой стороны, вы должны понимать, что это работает. Да, это, возможно, ранний Киселев. И в Беларуси раньше такого не было. Подрастающий. Да, да. И со временем, там, пройдет какое-то время, мы забудем, что он вот сейчас говорит. Он будет говорить более умные, более... Но уже внимание к тебе приковал. Будут другие вещи. И таким образом уже человек сделает себе карьеру. А самое главное, это банальное расширение окна Авертона. То есть, условно говоря, допустимости. Вот живет общество, для него есть определенные этические стандарты. Что хорошо, что плохо. Вот они вот хорошо, вот плохо. А когда звучит в эфире вот такое, или в наших эфирах там какая-нибудь, не знаю, антизомби звучит, или вата-шоу, все эти, это начинает расширяться. То есть, причем расширяется плохое. Хорошее остается на месте, а плохое расширяется. Уровень агрессии растет. Ненависти, ксенофобии в обществе возрастает. Таким обществом, разозленным, в таком состоянии, намного легче управлять. Такое общество, если там, оно способно на войну, оно способно на противостояние. То есть расширяется традиционное окно Вертона. Вот такие вот тафгаи, спортивный термин, хоккейные, вот, бойцы информационного фронта, скажем так, вот они в СМИ делают то же самое. Они просто двигают, тянут за собой общество. Если не будет таких тавгаев, общество будет... Суспільство может повестись на таке. Оно даже в Беларуси смотрит на это с улыбкой, но постепенно это становится из недопустимого, это становится обсуждаемым. То есть оно нормализируется. Такая форма поведения, такая форма мышления становится частью общественного сознания. Общество меняется из этого. Вот для этого работают эти передачи. Пане Руслане, дуже вам дякую за цю розмову, за це спілкування. Політичний експерт Руслан Бортник сьогодні був гостем студії «Політека». Я також дякую нашим глядачам за увагу і бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, бережіть себе.